Привет, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет о подъеме Ивана Максимовича Поддубного, а именно о том подъеме, который выдумал патриарх Гиревой, деменции Гиревой Попадья. Вот. По его словам, сказано, что Иван Максимович брал со стола гирю и поднимал ее на вытянутой руке вверх, двухпудовую гирю. Но на самом деле в документе указано, что Иван Максимович не со стола брал гирю, и гиря не стояла на столе, а он сидел рядом со столом, точнее стол находился сбоку, и поднимал гирю. Ну, естественно, гиря стояла на полу. Я обратился к своим маэстро, Дмитрию Халаджи и Юрию Владимировичу Артемову, авторитетнейшему человеку, человеку, который свою линию, свою атлетическую школу ведет непосредственно от Ивана Максимовича Поддубного. Мы все знаем, что Юрий Владимирович Артемов, он ученик Всеволода Георгиевича Херца, тот, в свою очередь, учился у Ивана Заикина, но Иван Заикин был учеником Ивана Максимовича Поддубного. Так вот. Мои маэстро мне подтвердили, что никакого подобного трюка Иван Максимович не выполнял с двухпудовой гирей, с пудовой или с какой-либо вообще, потому что ему этот трюк был просто не нужен. Это противоречило его взглядам на физическое развитие, на его принципам физического развития. А одним из принципов его физического развития, а следовательно и той школы, которую практикую я, является практичность. Если что-то работает, это нужно использовать. А если что-то не работает, не надо этим и заниматься. Этот трюк был ни к чему Ивану Максимовичу. Поймите это. Но вопрос о гиревом попадье. Он продемонстрировал этот трюк. Очень криво, косо как-то пудовик поднял. Что-то там дошел он до него еле-еле. 14 не смог поднять. У меня есть такой небольшой набор гир. Сейчас попробуем, что у меня удастся. Я не уверен, что у меня удастся поднять пудовик. Но я делаю этот тоже трюк впервые, как и гиревой попадья, поэтому в этом отношении у нас с ним паритет. Приступим. Гиря 8 килограмм. Ну так, да, зашла. Гиря 12 килограмм. Тут я уже так подозреваю, надо будет побороться. Может, это будет сложно. Ну, не очень. И вот пудовик, гиря 16 килограмм. Выглядит, конечно, устрашающе. Я не уверен, что его подниму. Но верить в победу — это наполовину уже победа. Этому учил мудрый кентавр Хирон. Вот, дорогие друзья, и оцените, чей подъем чище, мой или гиревой попадьи, которая именует себя патриархом, а я именую себя обычным учеником и последователем по первой линии школы, атлетической школы Ивана Максимовича Поддубного. Взвешивание. Тяжелее. В общем, дорогие друзья, до Ивана Максимовича Поддубного, до моих маэстро Дмитрия Халаджи, Юрия Владимировича Артемова, мне, конечно же, еще очень далеко,
Но гиревой попадья сделан, поэтому суть вы должны понять. Следуйте правильным принципам, следуйте истинной школе, а не всяким самозванцам. Вроде университета гиревой деменции имени Огородной гиревой попадьи.